Порядка 1800 молодых деревьев планируют высадить в Балхаше в рамках весеннего двухмесячника. Работы активно ведутся в рамках общереспубликанской экологической акции. Только за последние две недели во время субботников удалось собрать более 850 тонн мусора. Как преображается курортный город нашего региона, расскажет Антон Александров. Этот лагерь находится в урочище Бектауата. Здесь сотрудники отдела образования и дворца школьников имени Агабай Батыра наводят чистоту в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Так будет подготовлено место для отдыха детворы. Здесь, к слову, могут провести летний досуг ребята от 6 до 14 лет. Сейчас мы проводим работы по очистке территории лагеря Жасканат. Делаем это на неделе Жасылаймак в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Я сам являюсь членом Совета отцов и на собственном примере решил показать, что вклад каждого важен. Это наш родной край, и очень приятно, когда он выглядит красиво и чисто. В самом городе на санитарную очистку вышли работники предприятий, молодежь, госслужащие и не только. В итоге был собран мусор на центральных улицах, в парке, а также большая работа была проведена по очистке территории вдоль трассы Караганда-Балхаш. Мои дети учатся в местных школах. Хорошо, если каждый родитель выйдет на улицу и покажет, как надо наводить порядок возле дома или школы на собственном примере. Так подрастающему поколению будет привито чувство ответственности за родной край. Только за время одного субботника в Балхаше было высажено порядка 450 саженцев и побелено около 200 деревьев. В санитарной очистке курортного города приняли участие около 800 человек. Эта работа будет продолжена, потому как следующая неделя республиканской акции будет носить название «Онигели-Урпак», а заключительная пятая неделя акции «Мульдербурак». Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев. Пятый канал.